Поехали. 287, рандомать. Впервые за день. Мемный старт. Терпила и какашка. КХ7Х ВЗВР. Статы. Статы хорошие, кстати. Статы какие-то безумно хорошие. Но терпила это прям. Прям плохо. Тренкет, по идее, кстати, не выкидывается. Он же, наоборот, полезный. Наверное, как полезный? Я получу много батареек. Наверное. Да? Там, типа, батарейки вроде будут спавниться. Господин Гимондор снова это сделал. Это Гимондор, спасибо за 5 месяцев в тир 3. Еще тир 3 перевелись. Спасибо за ресап. Реша зовет. Так оно же дропа не меняет, Бэтмен. Там же батарейки падают вроде просто дополнительно, разве нет? Подожди, ну-ка, давайте почитаем. Там, по-моему, просто батарейка могла упасть бонусом. Она не оверрайтит дропы. Отключает зарядку. Не препятствует. Написано не препятствует выпадению обычных наград с кома. Так что все нормально. Бэтмен троллит. Главное через час. Попозже. Привет, Дориц. Привет, Юрий. Ой, все. Ну просто... Я помню, что батарейка падала... Как типа с мешка дроп. Типа бонусный дроп. Так что все должно быть нормально. Ой, видишь, ключ упал. Только батарейку пока ни одну не дали. О! Заебись, только теперь мне точно это не надо. Теперь это точно мне не нужно. Кстати, забавный факт, что это все еще пуп. Это все еще пуп, только это пуп теперь это с бонусом. Привет, Горка Сморка. Пуп, да не простой пуп. Ну, конечно, ты будешь теперь в него. Какой же классный айтем. Какой же удобный классный айтем. Все это нормально. Но главное будет айзек, да. Как обычно. Сюда. Три копейки. Ну, бомба есть, но я, возможно, ее смогу сберечь. Три копейки обнаружены. Еще и с удачей. Так, вроде я также могу сходить в Керсруму безопасно. Это плохо. Это плохо. Но это может быть хорошо, но это плохо. Это, скорее всего, плохо. Двойной Ларри, окей. А, Ларри тут вот такой. Неполномасштабный Ларри. Ладно. Дабл клатч, ну... Мы явно не идем в шахты один теперь. О, уже упал айтем. Привет, Кетс, привет, Фоллоу. Кто у нас там карта есть, если что? На случай беды.
Опять Лэри жопу оторвало немножко. Такое случается. Ничего себе. Полезный дроп. Это что, теперь юзая пуп, что ли? Постоянно с этой активки. Теперь мне нужен пуп. Теперь невозможно, нужен пуп. Редко от сметанки перед Лазавар. Так, ну бомба все еще есть. Ой, бомба, ключ есть. Ключ я пока оставляю. Перетерпила. Стерпила теперь и в трекере, и в чате. Везде. Хорошо прыгнул. Кстати, ключ. Ключ нужен. Хотя бы этому руму посмотреть хотелось бы. Да, думал, я его быстрее убью. Так это всякая хрень урона от взрыва. Не думаю, что я смогу это нормально прокнуть. С мечами. Но я потому спидрана же и не делаю, чтобы я мог сам все контролировать. Так что в любом случае проблемы не должно быть. Тебе меч, тебя я только забанить могу, Стром, в лучшем случае. С твоим послужным списком. Тебя меча точно никогда в жизни не может здесь быть. Да я пока никому давать не буду. Итак, мечей стало много, а что-то, по-моему, толку не так много. Так уже, по-моему, хватает. Привет, Эларио. Кстати, вот Эларио можно было бы дать. Но тоже пока не хочу. Пусть пока отдыхают. Так, за ключами, а, окей, ключи, ключи дали. За ключами пока можно не смотреть. Привет, Инко, привет, Симкинс. Привет, Сыктывкар. Таблетка. Опять за три. Фига себе. Тут тарайтама хорошая. Там ПХД есть. Так, а что я могу найти еще за этой коробки? Я могу найти золотую бомбу, но мне кажется, наверное, я до нее не дофармлюсь. А хотя, может, это, по-моему, там бомба золотая предпоследний прок или... Или предпредпоследний. Синяя хп. Ладно. Синяя хп тоже пригодится, наверное. Челик сгорел. Тут вторая секретка должна быть. Выгодно. Это выгодно. Но, наверное, я пока тебе бомбы давать не хочу. Эй, бомбы. Дай скидку, тогда я, возможно, куплю ПХД. Нет, скидка. Там сундук еще был золотой, но мне кажется, хер я его одной бомбой смогу вытащить. Я попробую.
Ладно. Бомбы не так жалко все равно. А, мешок. Мешок. Тут 5 копейки, 2 копейки в теории спота. А. Ну или ничего. Это тоже вариант. И это тоже вариант. Хорошо. Шлифтить босса. 2 сливки. 2 сливки, 1 бомба. Кстати, нормально, по-моему, развалился. Вроде решение было верное. Я забыл, что она так делает. Даже здесь. Логично. Ладно. Где мои айтемы? А, вот они. То есть, поэтому говна просто. Что это за айтемы? Что это за айтемы? Это не айтемы, это какой-то троллинг. Ладно. То удача. А то бомба. Так, я же там ничего не взорвал, да ведь? Можно магаз, по идее, взорвать. Посмотреть, что там будет. То в обоих взорвет или никого не взорвет, и хер его знает. У обоих взорвало. Найс. Так, ну, ХП, наверное, берется. Батарейка, наверное... А, не особо берется. Зачем мне батарейка? Дамокл, Дамокл сильно опасный, типа, смысла в нем никакого нет. Типа, на стрике он никогда в жизни просто не берется. Ну, вернее, берется, если есть кошка, например. Причем только с кошкой, даже Shadow я вряд ли буду брать Дамокл, потому что Shadow, типа, это все еще 2 хп. Потом остается в случае беды. Может не хватить. С кошкой еще более-менее безопасно можно тыкаться. Привет, микро. Ладно. Это все же Devil Item. О, опять всего одна рума до ножа. Просто кайф. Обожаю, когда так получается. Всего-всего одна комната. Вообще не надо ничего фармить. Привет, Life King. Ты можешь стрелять вот... Да, вот туда. Дождик! Не надо дождика. Окружает. Ну-ка. Ну, кто там? Интересно. Ну, кто... Ай, блядь. Глаз выбил. Кто, сказать, пока вроде все нормально. Тау! Не прилетело. Я еще затерпел, не понимаю, куда слезы летят. То ли в меня, то ли не в меня. Нет, а это мы как на подбор. Просто ноль статапов. Ладно, я получил этот. Стай получил, наверное. Типа статап. А, ну вот это точно берется. Евхарис наверняка берется. Хоть, конечно, призма и хороша, но все-таки Евхарис нам будет поинтереснее. Ну, как-то прибить. Спасибо. Мерзкая пиявка. Эдемидис. Так, пойду ли я сюда в Альтраут? Хочу ли я идти искать клатч с этим DPS-ом? Тут свечка есть. Которую я даже, наверное, возьму.
Очень даже вероятно, что я ее возьму. Ладно, тара, наверное, хочу. Свечка должна вроде все проблемы наши решить на ближайшее будущее. Да не, копейку я уже нашел. У меня же еще тренька вон на какашку. С нее нормально сыпется. О! Даже синие попадали. Класс. Цепочки. Что за черепа? Что за кнопки? Понятно. Вряд ли этот стрим, это... Наверное. Наверное, это стрим. Наверное, это он. Но не, я пошел дальше. Я тут не хочу фармить. Там боссы были довольно неприятные для ласта. Пока этого хватит. Раз бомба, два бомба. А, свечка, да. Свечка. 21 копейка. И свечку. Купить даже, может быть, бомбу. Так, во-первых, этот надо черепов поджечь всех, ага. Пахнем. Пахнули. Ну, толку мало. Подарок, конечно, красивый, но мне кажется, подарок я уже не нафармлю, наверное, никак. Вернее, вообще в теории, блять, я хочу подарок нафармить, собака. Блять. Просыпается жадность, теперь хочется нафармить подарок. Мне ж тем более евхарист. У меня будет ангел открыт. На подарок. Пойдем, летит далеко. Блин, давай еще далеко. Ну, еще только начало. Или еще будет. Мне все равно 3 копейки еще. Так-то много и надо, в общем-то. Ебать. Меня опять запутало терпило. А я же вроде в секретке, да, не видел на этом этаже. Я, может, найду в секретке деньги. Тоже вроде вариант. Обожаю эти попрыгунчики. Просто обожаю. Лика. Там Рума сверху была с мухами, но у меня санкарта есть. Эй, Артур. How you doing? Я запутался. Подожди, 13 копеек. 13 копеек. Киперов магазин. А, кстати, да. И вправду. Это не пятак, это тринкет.
Ебать, игра троллит. Doing quite alright. Nice. Yeah, I'm doing fine too. No. Complain. Пахнет ресток, потому что там был ресток, а там был ресток, это правда. Там был ресток. Смотри, денег нет. What the fuck? Вау. Какой жадный этаж. О! Бомба. Только тоже толку нет. Сокруме дают 2 копейки за первые 2 тычки, вернее, шанс на 2 копейки. Там, короче, 1 тычка, шанс на копейку. 2 первые тычки. Потом там можно сундуки получить. И 3 копейки за 5-ю тычку. Ну это прям. Это прям дорого. Это прям вроде сильно дорого. Ну посмотрим. Посмотрим. Тут слева секретка, да ведь? Как не здесь? А, я знаю, потому что она... Она здесь? Тут и не может быть. Тут, подожди, тут проход вправо. Блин, что за говноэтаж? Господи, этаж говнище. Я не понимаю. Куда? Куда они запихали? Тут нету. Справа там не может быть. Может быть, под Сокрумой? Может, под Сокрумой? Нет. Бомба, я уже проход в шахты открыл. Я уже могу их тратить. Да, может, тут сверху, подожди. Еще более долбанутое место. По-любому. Естественно. Какая тупость. О. Повезло, повезло. Подарок. Подарок. Пошли. Там пошли. Сюда пошли. К ангелу. Хопа. Void. Void. Fuck. Ну, наверное, нет. У меня нет билда, чтобы поэт оставлять. Мне нужна свечка. Ключ можно завойдить. Не бомбу жалко. Ладно. Если иду в шахту, можно не так жалко бомбу. Господи, как же я люблю этот тайтан. Какой классный айтем. То в меня, то в него они стреляют. Как же это помогает. Конечно, красный ангел. Первым же, да? Тихо. Угу. Долго. Но если это и не дэмэдж, и не тирейд, тогда я буду жаловаться. Это было долго и страшно. Это и дэмэдж, и тирейд, поэтому нормально. Шотспид, никакого шотспида. Плюс дэмэдж, плюс тирейд. Как и полагается нормальному войду. Так это и должно быть всегда. Все, теперь я готов идти искать двойного клатча, видимо. С Фэншн Твином, теперь я готов к этому извращению.
И походу это сейчас это получу, да? Шпит один. Двойной шанс на двойного шпита. Сегодня. Главное еще не время. 15 МСК начало. Обещают. А ты... Алло? Да, можно пофармить. Красных бы довольно много. Зачем вводить магаз? Зачем вводить гела и свечку? Какой в этом смысл? О! Мемный огонек. Фрейлы, фрейлы, ага. Мистер Айтем. О, Вейтвод, господи, столь этого не видел. Но все же свечка получше будет, чем Вейтвод. У меня одна реклама на Твиче про Марио Карт на испанском. Хорошая реклама. По-моему, Твича все очень плохо. Таргетированной рекламой. Что ее просто, по-моему, там почти нет. Ну да, или. Или VPN. Ну там уже бывало, что все равно типа на русских аккаунтах все равно показывали рекламу странную. Не всегда на русском. Че так темно? Павука брать, павука посмотрим. Ну реально тоже рекламу почти не вижу. Я даже адлок не юзаю на Твиче. Она просто не проигрывается. Так, шли по второму кругу. Shot speed down. Минус shot speed. Псина. Столько хп, ладно, место на карте еще есть. Привет, Мефич. Сейчас хотел на карту ставить на какую-нибудь руму плохую или на босса стрёмного двойного. Ну ладно. Фарм есть фарм. Ой, блин, а хотела на то. Ты шпит один. Тут телепорт в окно еще не так страшен. Tears down. Это издевательство. Что в магазе было? В магазе был павук. Старс карта. Ну ладно, давайте посмотрим. О, реально двойной клатч. Бля. Ну хотя с таким замедлением, наверное, насрать. Или почти насрать. Ладно, полу насрать. Как же неудобно. Терпило душит. А, он дох уже, окей. Не, даже проще, по-моему, чем когда он один был бы. Все, один раз по лесу получил. И раз они убыл, сбыт, это
New boss plus Vanishing Twin plus Slowdown. Лаутоша. Выразит щит items. All the fucking way. Actually zero useful items. Чё-то с боссов какая-то невероятная говнина лезет одна. Просто вообще ничего. Типа я уже увидел, сколько айтемов с босса. 8, да, айтемов увидел. Получил... Чё я получил? Получил стаи. Да? Получил стаи. Из 8 айтемов. Это чудовищная удача. Ты, по-моему, жадный. Не, что-то мне кажется, это ни к чему хорошему не приведет. Рано отсюда надо уходить. Я сильно много потерял хп. И вообще ничего не получил взамен. Просто ноль. Why didn't you vote for sniping in Penis 2? I don't know. I would, vote against sniping, not for sniping, but I don't fucking care. It worked for me anyway, I think. Ну, в принципе, это можно взять вместо свечки. Тоже вполне себе вариант. Тоже возможный вариант. Так, время зря трачено, ладно. Успею до босса. Успею, успел. Второй. Бах-бабах. И снова ничего, да вы троллите. Одни спидапы и хп. Что за мем? А, и эта хрень. А, как эту хрень зарядить за весь этаж? Смогу его спидзарядить? Я уже слил телепился. Блять, серьезно нахуй? Еще и бэтрип. Так, ну эта хрень дает батарейки. Батарейка, да, я уже купил. Я еще сегодня не могу вспомнить. Сбор ножа дает заряд или нет? Возможно, он одну руму, возможно, вообще не заряжает. Типа... Когда ты собираешь нож, там какой-то, по-моему, заряд давался, но мне это, возможно, приснилось. Уже ничего там не дается. Один заряд. А, муху не сдох. Потерепился. Ну, я не заряжу никак, скорее всего, конечно, тут уже тоже не хватит времени. Там типа две румы. Привет, 211. А, тут же клатч будет, естественно. А, я и забыл, что тоже будет клатч. Жесть. Ой, говно. Благо, бомба есть, правда. Что-то забавно. Только как-то что-то... Даже, а почему дэмэдж вообще не получил? The fuck? У него был потрясающий этот айфрейм, классный. Люблю айфреймы. Как он так быстро регенерировался? Тебе еще мало, подожди. Думал, уже будет фаза последняя. Ау.
Пошла. Блять, он летит не в ту сторону, куда мне надо. Бри. Спину уебищный босс. В скелете, ну типа, мне казалось, я водил с поводу скелета. Видимо, мне все-таки это показалось. Ну что ж, видимо, не будут батарейки. Видимо, батарейки не будет. Вот злоп, ну, непривычный. Он не прям мега сложный, просто мерзотный. С непривычки. Yeah, battery body can charge and can give free batteries, but looks like it ain't happening. Not today. Да, музыка на это довольно неплохо подходит, подается, как это правда. Не так плохо вписывается. Привет, Каджиро. Тык. Тык. Пятерка есть. Пятерку заберу. Уйти. Йо. Где? А! Нет, может там обойти. Пам-пам-пам-пам. А! Тут прохода нет. Я забыл. Обман. Да, главное сегодня. Упс. Пикапы, да, они остаются. Нас слегка обманули. What was that? I took 5 coins. 5 cents. Because why not? But I got stuck. For no real reason. Мистическое яичко. Пять рум. Блин, стрёмно. Ну, я ж не могу мегамаш оставлять вообще никак. Ну, вот вообще никак. Нет, даже бомбы ни одной нет, чтобы найти вторую секретку. Сундук не открыть. Господи, какой мерзкий этаж. Сколько всего остается. Сколько всего остается недофармленного. Кусачая батарейка есть. Кусачей вряд ли батарейка есть, но... Наверное, уже можно и на это пойти. Телепорт есть, я могу за пол хп зайти в Кёрсу. Хоть что там. Гапи-часть есть. Да. Да, ну ладно. Гэппи-часть так гэппи-часть. Ладно, забираем мегамаш, это пошли отсюда. Все-таки мегамаш оставлять, ну вообще нет варианта никакого в этом ране. Совсем. Заливом один. Where super secret? I mean, I have no idea and I have no bombs. So... Doesn't really matter, I guess, anyway. Pretty disappointing.
second floor. Well, aside from magic mush. Mega mush. Перепилс в Эророму бы отправил, наверное. А там потом Depth Excel и минус трик. Это я знаю, это мы проходили. Привет, фон. Nice range. П потихоньку заканчивается. Проснулся. Тут нет ничего. Ай, блядь, тупик. Инесто новый ин инострикс. Капа. Ой, это полезно. Подожди. Мой мозг. Все. Разобрались. Так, благо я не потеряю сделку, да? Потому что сделка не теряется в этом сиде. Но хп не очень много. Как же нож трахает. Тут же он полезно, когда билд не очень. В Кёрс я зайду в Кёрс попозже. Хотя она узкая, там, скорее всего, ничего особо интересного не будет. Странь карту можно оставить. Кёрса бесплатная. Прокей. Молодец. Бомба. Что здесь? Привет, плов. Очень карта полезна этого врага. Очень, очень помогает. Не знаю, даже добегу ли я до босса. Чисто по времени, ну, попробую. Не, наверное, добегу. Мне главное босса убить. Остальное не так страшно. Я вот добегаю. А, вторая сирена. Еще можно ангела быстро убить, не знаю зачем. Ради флекса, видимо. Вау, статы с боссом. Вот это шок. Терепилс, окей. Okay. Боссов стил, окей. Okay. Б-трип, ага. Вообще, Б-трип это full health, так-то на 5 красных. Full health на 5 красных. Стрэнг-карта. Или стрэнг карта. Ладно, наверное, стрэнг оставлю все равно. Батареек вроде нету больше. Доска Фокс. Здоров, Фуча, зачем удалил Манкафель, Лочис, Уайт, Пипо, Хаппи, Смоукс, Уилл, Раннинг, Овер, Севиланс, Оф, Чикаго, Энд, Фэт, Данк, Пипо и Салса, Сюрко? Спасибо, тошно от месяца, Скайфокс. Кап. Возможно, однажды он еще вернется. Сундук. Какой сундук? Не было сундука никакого. Не было ничего. Это вы на из Майнкрафт пошел. Как это говно доджить? Неудобный враг.
Это было не оптимально. Привет, Марк Винер. Да, ран первый. Ран первый. Говно союзное с яичка мистического. Черевот рано въебал. Опять глупые привычки. Вдруг пригодится. Может быть, это здесь? Нет, он. Батарейка. Поехали. Остатки этажа фармить. Да в смысле? Блять, опять хуйня забагала. Ненавижу. Так и не подчинилась. Тупость. Она и тупость. Ну ладно. Хотя можно нам тоже пофармить. Так, это теперь будет full hard damage. Давайте сюда выйдем пока. Ну, мы еще вернемся, возможно. Фарм-то еще как бы не закончен. Бомбы закончены. Муха хорошая. Вот черед, но вот я и говорю, что тупые привычки от спидранов остались. Карты всирать быстро, бессмысленно. Тут это не работает. Тут это вредно. Сложно избавиться от плохих привычек. Перо то, перо не то, нет. Это перо, которое дэмэдж ап дает. Ну, вернее, может давать дэмэдж ап. Это... Ивила этому дает дэмэдж, хотя у меня есть ивилап. Откуда у меня ивилап? А, у меня сейфити пин, по-моему. По-моему, сейфити пин это ивилап. Ивилайтом. Ладно. О, дропы пошли перед главные. Самое время. Самое время стриму сдохнуть перед главной. Самое оно. Так, ну... Как бы камни есть, у меня бомб вообще нет. Есть. Кайф. Карта не кайф. Карта. Место стороны карты, наверное, да. Это будет еще один ангел на корпусе 2. Найс, плацента. Ладно, поехали. Ну, DPS-а без Маша как бы нету особо-то. Мальчика фармить я не хочу. Мальчика фармить у меня хп мало. И билд говно, кроме мегамаша ничего нету. Интересного. Ладно, хотя бы тень видно. Видно, как она будет стомпать. Так, собрать. Как на подбор просто айтем из ангела тоже. Какой-то мемный сит. Типа я с ангела тоже ничего не нашел интересного за миллион сделок. Кроме всадников, это всадники это прям сильно неоднозначно, сколько это прям хороший айтем. Просто полезный айтем. Передай Full Metal. Вот это хороший дефенс айтем.
The Circle of Protection. Я никакой не подобрал. Дефы — это хорошо. Это потом уже откроем. Хорошо. Верни. Это полезнее. На босса не успею, наверное. Ой, не успею. А, не успею, уже моргаю. Собака. Я еще раз заряжу, наверное. Можно еще раз, наверное, зарядить. Там была белая хп, но мне кажется, мне не надо еще больше контейнеров красных. Куда мне их? Куда мне их столько? Не, я открою, я помню про золотой сундук большой. Пока еще не забыл. Я обожаю этих мух. Охренеть. О, найс, муха. Только к ней там это... Проблемы с досом, да, к этой мухе есть. Небольшие. Прикольная муха. Ладно. Два, три. Три? Ну, я этому и парашный, поэтому как бы я не удивлен, что за три ключа открылось. Серафим, Серафим может быть, да. Да и просто может быть полез сейчас на сделке. Две химеры. Легко. Но это не похоже на Серафим, честно говоря. Так, чё я туплю? Надо бежать. Там еще остался небольшой заряд. А можно я пойду, а? Уф! Почти успел. Карту? Зачем мне карта? У меня Джокер на корпус 2. А это мухи. Я теперь не понимаю, что это с мухами. Версия. Вот реально теперь это не вижу. Зачем мне сделали такого цвета эту версию фистулы? Теперь никогда не могу их отличить. Только по скорости можно понять. Раньше, по-моему, было сильно очевиднее. Какая перед тобой версия сразу. Сейчас стало мерзко. Привыкнуть? Да, привыкнуть, но поговорю, пока непривычно. Я пока сильно в них не всматривался, чем они отличаются. Эх.
Не улетай. Так, могу не успеть добить ее. Да, если он успел. Кайф. Маленько долго, но нормально. Только? 287.